Ну что ж, ребята, всем привет! Мы, как обычно, продолжаем игрушку по названию Call of Duty Vanguard. Погнали! Тебе просто везет. Но я вот-вот тебя нагоню. Да ну, тебе со мной не сладить. А? Кому другому расскажи. Взрывчатка готова. Мы с Лукасом заложили. Сэр. По местам. Главное, действовать вовремя. Нужна предельная собранность. Наблюдаем. А ну, всем тихо. Секунду, что там впереди? Я сказал тихо. Похоже, придется мне самому. Это так. Знаю. Но у него броня, мы не ждали танка! Твою мать! Вот. Так, бейте по гусеницам, еще остановишь. Надо собраться. Ага, дожидаемся гусениц. Стоп, рано! Сюда. Еще не заметили? Решили, что это мина. А ну тихо, всем заткнуться. Лукас, слабо закинуть подарочек ему в лёг. Не высовываться! А-а-а, прямо в яблочко! В атаку! В атаку! Туда его. Бля, я себя видел бы еще. Например. Как у отрывика выживают? Это же ебаный мал. А, не, мы с этим бегали. О, вот я искал, наконец-то сюда с прицелом еще. Гуляем. И фул обойма. Эй-эй-эй, ты что делаешь? Ай, да ты, блядь, ты что делаешь, ёбаный рот? А, Дон Кишон! Ладно, хватит с ревик стрелять, заебался. Чё-то он не робит. Как надо. А чё, чё, пу... Да ёбаный, что ты тут делаешь? Та ёбаный рот! Откуда, блин, столько гранат тут?
Да иди еще. Я тврут на брут. Короче. Иди нахуй, ты тоже иди нахуй, ты тоже иди нахуй, тоже иди нахуй. Иди в жопу. По одной надо стрелять. Где этот автомат был? Тут автомат был, где? Где? Да не тут. Курва, пердоля. Да. Это камень. Блин, такой автомат срал. Ебана на с вами. Тяжело. Походу, блять, сам имбовый автомат был, который можно было бы найти. Эй, эй, ты что делаешь? Блять! Ты что делаешь где-то? Ты, блядь, так не делал. Что мы делаем? Пулеметчик. Так, пацаны, не будет автомата нормально. Че, все стали так резко? Блин, такой автомат был, ё-моё. Проверяешь, дохлый ли? Тяжело. Да дохло, дохло. Бля, дай мне его. Да курва. На, бан. Рату три по печени. Далеко не уйдет. Это был простейший рейд, а вы ухитрились спалить почти все припасы. Под скалой еще один грузовик. Бери кого-нибудь из крыс и топайте туда. Идем. Рыться в грязи они умеют. Помянем. Нож печен, никто не вечен. Анури, давай марш! И когда закончите, марш обратно в лагерь! No. Давай.
сил им не уйти. Осторожно, один живой. Это можно исправить. Спокойной ночи. Хорош. Думал их больше. Один труп в машине, второй, похоже, удрал. О, с прицелом. Чем больше, тем лучше. Зря время теряем. Идем. Свежая кровь. Идем по следу. Блин, Джейкобс, да ты гений. Не забудь про Сэр, рядовой. Меня зовут Дес, а его Лукас. И на твое звание нам обоим плевать. Мы все про тебя знаем, Джейкобс. Мы, крысы, внимательнее, чем вы думаете. Оу, щит, алрайт. Тихо. Слышали? Кому? Крыса. Сюда. Твою ж мать. Эй, этого на картах не было. Тихо, мы к такому не готовы. Мы их сделаем. Рехнулся. У тебя есть я и Лукас. Типа Вейнсей. Хочешь и труп? Нормально, кто так? Не светись, тебя не должны видеть. Лукас, готовь гранату. Устроим Гансом побудку. О, щит, гранат. Не лезь под прожектор. Старайся. Ау. Бан. Бан. Лок бан. О-о-о. Ты шо? Не упустите их! Пехота противника! Здорово. Граната! Гранаты. Контакт впереди. Пехота противника. Блять. Бана. Ладно. Да ты заебал. Лови птичку. Лови птичку. Не долетает. Пытаются сменить позицию. Движение прямо по курсу. А мне бы позицион бы другое. Ну, по кайфу. Я без пулемета не уйду отсюда, да? Он мне нужен. Вот был бы еще прицел на него, вообще было бы. Имба.
Была бы пушка. Минус половину бойца. Хуета. Так-то что-то было. С прицелом, но обойма ужас. Глушаком. Да не. Это для лохов. Глушаки для лохов. Я кое-что нашел. Их не знаешь? Немного. Конечно, знает. Похоже, кто-то из офицеров Ромеля ехал в лагерь дальше по неизвестной дороге. Странные символы, не понимаю. Значит, надо разведать. Ганцы все небо засветили, ждут подмогу. Нет, вернемся в лагерь. Все доложим. Мы не можем доложить о том, чего не знаем. Это не по-военному, Джейкобс. Не лагай, Джейкобс. Что ж, глянем, что там. В этот раз работаем тихо. Не, братан, ты что, как тихо? Лукас, ты идешь? Не. Эта дорога ведет прямо в лагерь. Ага, прямо в лапы. Марш с дороги, а то увидят. В руины. Марш! Говори. Сейчас светлее. Свет на горизонте. Похоже, немецкий лагерь. Лучше не лезть на дорогу и пройти по пустыне. В укрытие, быстро! Хуя. Не. Так, а дальше как? Ёб твою мать. Так, там проехали, тут уходят, да, нет. Yes, no. Или это особенное? Бля, походу особенное. Что делать? А, деда! И что делаем? Граната? Бля, дядя, что делаем? Что делаем, а? Туда. Стараюсь. Ебать. МГшка на базу. Вот это я хотел, вот это понимаю. Вот это можно. Ah!
Ух, ламп. Ух ты, блин. А, это по ним, по-моему. Ну, по нам тут тоже, походу. О, пулик. Yes. Бегу, бегу, бегу. У него всегда есть. Что? Он что, никогда не делился? Вот и нет. Он пить вообще не умеет. Если я когда-нибудь сопру его флягу, я тебя угощу. Стоп! Впереди свет. Кажется, мы нашли их лагерь. Все. Надо полагать, нас ищут. Так, так, это что? Да пофиг. Что-то на немецком. Смотри. По-моему, тот, что слева, это Роми. А это тогда кто? Серьезно? Мы собираем разведданные. Для этого тебе ума не хватит. Да ну тебя. И бумажки твои. Знаешь, что там? Снаружи барахло, которое делает бум. Что с ним, по-твоему, делать? А, ну, тогда взорвем все нафиг. Вот это я понимаю, изобилие целей. Слева автопарк. Склад боеприпасов. Склад топлива справа, так и хочется поджечь. Тихий у нас, в принципе, есть. Бля, был бы коррект еще с глушаком. Так. У меня есть кунай. Надо его заюзать, я думаю. Как-нибудь. Делаем. Наберу. Ой, беги оттуда, Роберт. Хорош. Ой,
Бля, патрона мало. I need more bullets. Bullets, please. Нужно взрывать изнутри! Натуре. Так, ну... Ой! Ты что делаешь? Ты так не делай, да? Ладно, ладно, не вообще. Charge complete. Так, I need more bullets, guys. Need more bullets. No, not like this. Бля, я с дробовиком побегаю. Давай дробовиком пока. Место узкое довольно. Так, окей. Побежали. Где забираем? Тук. Есть. Ебать. Да ты что делаешь? Ты что? Я только вижу. Мне уже под затылок дали. Ой, еками, пердоле. А, тут больше никого не будет, поэтому... Ну, кроме него. Он особенный. Паник. Ух. Беги, Штайна! Марш! Бля, граната. Need more bullets. More bullets. Штайна. Танк. Так, куда нам... Ага. Let's go. Винтовочный прицел. А бомбинг, кстати, нормально. Ладно, гуляем. Да, на 30-ку. Хорошо. Need more bullets. Эй, ты пендех, да? А по жопе. Я взорву его изнутри.
Сейчас ебануться. Ай, так и думал. Я не пугаю так. Пендехо. Бежим, бежим. Fuck, fuck me, fuck me. Сторону, на, на, на. Сторону! Блин, док. Может, не надо? Дети такой гуляет. Разнеси этот танк! Вижу цель! Ебать! Тут сама автоматика. А то там можно. 60. Похуй! На патроны. Главное, что это 100 патроник на мне. Патроны, где патроны? Need more bullets, bullets, need more bullets. Ладно, лови прикол. Бегом, сейчас рванет! Бля. Разнеси этот дан! Еще один. Ее. Лови птичку. Лови птичку. Сойдет. Так, готово, готово. В натуре. Стоп. Вы слышали? Нет. Ты шо, дядя? Сбить штуку. Ха, а как? Шарахни этого осла, пока он нас ищет! Чем? Что тут делаете?
We need more bullets. Где эта штука? Сейчас я заштукатурю. Хуй тебе. Иди к папе. Курва. Да падай. Да падай. Есть хиты, но они такие по приколу. Я по жопе вам давал. Бегут, они бегут! Бля. Но! Стреляй! Нет. Эй! Уходят. Это панзерфаус? Десантура, не надо. Ему так нормально. Ну ладно. На побережье итальянской Ливии боец из Австралии вместе с другими крысами основательно дал по морде Роммелю. За такой подвиг им всем должны были дать как минимум медали. Но Хэмс был другого мнения. И вместо награды отправил Лукаса за решетку. Впрочем, Рихтера, кажется, волнует только Роммель и его связь с Фрайзингером. Этот идиот будет слушать Лукаса столько, сколько нам надо. Я понял туннели. А что еще? У нас очень мало времени. Скажи, чего Фрайзингер хотел от Роммеля? Я думал, тебя интересует наш отряд. Отвечай, или сделке конец. Ладно, ладно. Только не надо кипятиться. Лукас обвел Рихтера вокруг пальца. Он не сказал ничего, кроме той лжи, в которую этот нацист и так уже верил. В этом вся суть Третьего Рейха. Они жили в плену иллюзий. Казалось бы, мы ждали от Лукаса чуда. Дело в том, что он притягивает подобную удачу. Как там говорят про два снаряда и одну воронку? Но ведь Лукас действительно был и в Табруке, и в Эль-Аламейне. О победе в Северной Африке знает весь мир. А вот о том, что дело было не в британских командирах и их могучих танках, в общем, Лукас рассказал историю, а Рихтер ей поверил. Похоже, у Хэмса сегодня стояк. Повышение, чуй. Мы ведь столько данных накопали, а он придумал такой план. Нифига же не выйдет. И что он сказал? Он лично благодарит вас с Десом за то, что вы молодцы. Заткнись. Король и Отечество. Вечно король и Отечество. Твою мать, я не ошибся? Где ты ее добыл? Да плохо лежала. Если он увидит ее у тебя, ты труп. Выпью за это.
Ебать, а ты что? Что-то новое. Фок, фок, фок. Больно, больно. Три патрона. Щит. Мано. Ганса на холме. Защищай танки от гранатометчика. Фок. Больно, больно. Эй, what the fuck? Нет. Не бей. Не надо. Мочи, вали, вали. Да ё-моё. Блин, да блин. Мист. БТР противника слева. Бля. Дьявол. Fucking. Ай. Не надо там лезть. У меня тут автомат с прицелом пиздатым. Эй, ты так не делай, да? Здоровать я для такого! Автоматически нет.
Как там эти ящики? Он по 3 стреляет скорее. Соответственно. Так, так. Прицельчик, это можно. Оно. Джейкобс, иди на холм и разберись с минометами. Куда? Тед, Лукас, давай. Вам, детишкам, все веселье. Все остальные, ждите, пока мы разберемся с минометами. Ага, мы тут топы. А Хэнс в танке. И живой такой, похуй. Ой, засмотрелся. Эй. Обходим! Он вышел, обходим, обходим. Патронов уже не мап, блин. Ебать, ебать, ебать. Ебаный на свой. Пизда рулем. Гуляем. Так, а теперь... Ебо... Ты что? Это мне? С прицелом? Это мне? Наверное, царский патрон. Лукас немного занят. Он ищет морбулец. Вот был бы прокачан какой-нибудь МГ тут еще. Еще топ.
Давай вместе. Давай, Джейкобс. Тест! Ого! Блять, какой бардак! Это у Хэмса наступление такое? Их пехота прет на наши танки! Да мы помешаем их пехоте! О да, станцуем с ними вальс на поле смерти! Ну, мы сюда приехали не пауков сношать. О, what the fuck? А, по танку. Нет. А, сука, вот меня кто убил. Говно. Патронов. Ёбаный твой насай. Да ты что? Продолжайте наступление! Гуден так. Эй, what the fuck, come on. Один топ, ты водишь. А, блять, реализм, ёбаный. А, не, выжил, смотри. Не останавливаться! На. А, ну я въебал ему кинул. Как у меня отрикошетилось. Хоть подвинулся бы, я не знаю, там, дернулся бы там. Типа, в лицо лимонка прилетела. Пол. Пулемет на самом деле какой-то медленный. Это 308.
What the fuck? Не, верните мой пулемет тогда. А, не, он далеко, блин, далеко прошли. Фак, ладно. Не останавливаться! Ладно, минуту. Все. Need more bullets. На, живи. Да ёб. Зафлешили. Мы окружены. Вставай, Ержан. Я в порядке. Но, майор, они же нас порвут! Я дал приказ отцепить периметр, прикрыть технику, сэр! Да вы что, издеваетесь? Мы будем держать рубеж! Наша авиация хана! Если мы не разберемся с зенитками, рубежу кранты! Выполнять! Плевать на приказы! Берем тот холм! Сами? Ага, я и Дэс, этого хватит! Зуб даю! Эй, держи! Как уберешь зенитки, запусти ее повыше, а я вызову бомбардировщики. Удачи! Вперед! Надеюсь, Джейкобс и Блай выдержат. Фок. Йоп. Берем. Бегу. Оу. Блин, конечно, автомат стрёмный. Нужно сделать дело, поручи это крысам. Не номер булец. Да, не надо гранаты. Есть пистолетик. Ой-ой-ой, ты что делать? Не то надо делать, блядь.
смысле мимо него, блин? Ну, не мимо, а сквозь него, блин. Ты шо? Эс, дядя! Особенно. Хуя, я понял. Блядь. Пляж. Да-да. Тогда бобо. Ты шо, и куда? Ну, да, вот туда. И нож по жопе там стрелял. Ёбаный насвал, ё. Короче, ебать, пизду. Блядь, блядь, нахуй ды. Граната. Походу уже ненадолго. Бля, там винтовка. Туда. Да я тут винтовку пытаюсь подобрать, а ты по мне стреляешь. Я подобрать даже не могу. Тяжело. Fuck you. Fuck you and your mama too. Дробовик time, наверное. Корьяк. Та нет, корьяк сейчас не надо. Но он без прицеля. Граната белая вата. Саня. Так-так. О, вот это можно. Вот это нужно. Да, ну это там МГ сейчас. Бля, хотя с другой стороны вот это вот много. Так и быть. Так и быть. Это уже не 9 миллиметров автомата, это 8 миллиметров. Господи. Мелкачный спак. А тут 60. Бля, ну он выглядит, как будто там все 100 влезут. Ну это, блядь, 100 патроников, ебаный. А учитывая, какой тут калибр, тут тем более. Побереги злость для зенита. Зенитки вон там. Ну и рожа будет у Хэмса, когда мы закончим, а? Издеваешься, да? Он скажет, что это была его идея. Хм. Так да, это моя идея. Ты не шаришь. Блин, повезло. Хитрый сволочь, внимательнее. Подвинься!
туда его. Все эти ганцы сбегутся сюда посмотреть. Ну да, и интересно. Пока не прилетят наши. Вот то. Помоги мне с пулеметом. Это. А, это гранатомет. Я. Типа. Я понял, понял. Я уже думал, это пулик. БТМГшка на соточка. Да. Вандерфауст. С прицелом и винтовка. Let's go. Чё, на автоматом? Если не поможешь, наш там порошок сотрут. С прицелом тоже. Но не-не-не. Братан, сопатронник, ты что? Ты шо, дядя, ты шо? Еле держатся. Да продерутся носы. А я отвечаю. Все у них в порядке. Наверное. О, сюда. Вот. Ты спускай ракету. Не ожидал, что все так закончится. Черт, почему бы и нет? Гуляем. За дело! Как обычно, что делаю я? Ага, все равно подыхать. Так ведь заберем с собой побольше этих гадов. А то! Баррикаду, спасибо. Так. Один есть! А, в глазах раздваиваться, ё-моё. Только не говори, что она... Томат. Блядь, да еб твою ж мать. Шурба. Просто курва. Шаурма. Да. Да один нахуй. Еще ганцы идут справа! Без подарка! Тесс, у
Ёбаный в рот, да чтоб вас выкурили. Ладно, надо, думаю, тут остановиться. Оп, хотя подожди, блядь, по приколу. Хуй тебе, блядь. Вот так вот. Надо было попробовать. Третье говно. Иди в щупу, блядь, а. Ладно, короче, ребята, продолжим в следующей серии. Тут пока, да, остановимся.